Всем привет, на связи Давид Резаев. И сегодня у нас будет поистине уникальное видео. Хочу вам показать с агрегатора Т-банкрота топ лотов, которые можно купить до 1000 рублей. Мои самые любимые смешанные лоты, когда в одном лоте находится 2, 3, 5, 10 позиций, и цена на них падает до 10-20% от рыночной стоимости. То есть тут максимальная выгода. Итак, что мы тут имеем? У нас тут точка доступа ЦИСКа 1, точка доступа ЦИСКа 2, еще одна точка доступа, и также у нас тут сейф взломостойкий. Его аббревиатура CB4.05CC09D. Итак, даже на примере двух точек доступа ЦИСКа, давайте мы сейчас посмотрим, сколько они стоят, мы можем посчитать стоимость данного проекта. Заходим в Яндекс, вбиваем точка доступа ЦИСКа АИР АП1131, и вот, друзья, цены от 5000 рублей и выше. Вот такие цены на всемирно известный бренд ЦИСКа. Следующая точка доступа, которая находится в нашем смешанном лоте, это точка доступа ЦИСКа АИР CAP2902. Заходим в Яндекс.Маркет и смотрим цены. Цены у нас тут от 28 тысяч и выше, в зависимости от состояния, в зависимости от дополнительного функционала данной точки доступа. Присоединяйтесь в сообщество аукционных брокеров. Нам нужны профессионалы, чтобы завоевывать данный рынок. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, бейте в колокол. На связи был Давид Резаев, Национальная ассоциация аукционных брокеров. Пока-пока.